Ну что, мальчик, расскажи мне еще раз про Москву. А что тебя интересует? Как попасть к лучшим ивент-индустрии в шорт-лист? Все просто. Ты пишешь сценарий, находишь лучшего видеографа, вы снимаете контент, потом монтируете, ролик готов, все. А знаешь, что самое интересное было в прошлом году? Что? Сократ снял ролик по своему любимому фильму «Брат 2» и всех выиграл. Серьезно? Тогда я точно еду в Москву. Не останавливай меня. Я знал, что тебе понравится. Самое забавное в Москве, знаешь что? Что? То, как они называют свадебную премию. Не свадебная премия? Нет, у них много англицизмов. Они вообще не знают, что за хрен свадебная премия. И как они ее называют? Wedding Awards. Wedding Awards. Каждый день фестиваль, каждый из нас тут хоть немного царь. Холливуд отдыхает просто. Когда мы гуляем, то гуляем жестко. Мы поднимаем стаканы за всю страну. Мы поднимаем клубную всю целину. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак. Давай жги кабак. Такое дело, надо было брать дробовик. А сколько их там? 5-6. Это с нашими? Да там все наши, всего 5-6. Точно надо было брать дробовик. Небеса и с других планет все видят.